дракон нужно будет упаковать в какую-нибудь пленочку или что-то еще. Вот так вот я упаковала дракольчик. И, ну, тут, скорее всего, больше ничего упаковать не нужно, потому что тут остальное все плоское. Только бы мне сейчас придумать, как это все положить. Давайте сейчас подпишу адрес, все подпишу и вернусь к вам, и все это положим. Все, я все сложила. Я надеюсь, ко мне не придерутся на почте, что у меня там что-то не так, потому что тут немножечко торчит дракон. Да, вот я за кадром все заклею и, конечно же, потом отправлю. Так, идем к следующему заказу. Следующий заказ для Лады Баженовой. И мы можем начинать собирать. Вот, листик наклеечек у нас первый идет. Так, у меня открытки еще. Вот он. Потом идет вот такой вот. Мы сегодня с вами его точно видели. Четыре процента осталось. Круто. Вот, вот так вот выглядит этот листик. И еще она заказала вот такой вот декоративный скотч с из холодного сердца, в общем. Персонаж «Верь в чудеса новогодний». Это весь заказ. Сейчас нужно будет положить подарочек, также визиточку и взять конвертик. Ну, в общем, все так же, все точно так же, ничего не изменилось за это видео. В общем, отрезаю визиточку. И в подарок я положу вот салфеточку и наклеечку. Декоративный скотч я уже упаковала. Остается сделать конверт и сложить все сюда, ну, точнее, все в конверт и подписать его. Теперь оформляем конвертик с помощью наклеечки. И ссылки на интернет-магазин. Теперь мы можем все складывать в сам конвертик. Так, и скотч положим между, чтобы ничего не просвечивало, чтобы... Ну, в общем, на всякий случай. Не знаю, обычно я кладу объемные вещи внутрь. Вот. Но не только объемные. В общем, заказ тоже готов и может уже его ждать. Предпоследний заказ для Евгении Янищук. Наклейки. Это первое то, что я вижу в ее заказе. И это наклейки с единорогами. Они где-то у меня... Около котиков лежали. Да, вот. Листочек. Вот такой вот. Такой. Очень, вообще очень классные наклейки. Мне вообще тут все нравятся. Сама ими пользуюсь. Просто моя любовь. Вот такие вот. Очень летние, очень такие сочные, спелые. Я просто офигеваю, какие они классные. Так. Это, получается, такие на тему, наверное. Ну, тоже на летнюю, в принципе, тему. Сейчас бы мне найти их. По-моему, оставалась одна пачка. Ну, мне как-то не верится, что одна пачка осталась. Типа... Их уже вроде бы много было, или мне показалось. Ну, в общем, вот. Далее, это открытка. Она вот такая вот. Кому интересно, сзади вот так вот выглядит. Такая вот еще открыточка. Сейчас бы мне ее найти. Ну, она точно тут лежит. Такая вот тоже очень классная, летняя. Просто, боже, такие классные открытки, все такое классное, что я сама обожаю. И последней пачки нету. Я это ей предупредила сразу же. В общем, да. Отправится это все заказным. Вот. И также я ей кладу салфеточку на 3 рубля. Они вот так вот иногда скрепляются, поэтому вот.
И доставка, как я сказала, уже заказным. Заказной конверт я оформлять не буду на всякий случай. То есть, не знаю, просто я сама не очень часто отправляю заказным именно письма, поэтому лучше уж пусть будет так, без оформления конверта. Визиточку тоже кладу и сейчас положу подарочек. В подарок я положила салфетку, карточку под Polaroid и две наклейки. Одна, кстати, на прозрачной основе, а другая из коробочки. Знаете, то чувство, когда уже привычка писать от Лены Нифонтовой, а тут заказное письмо нужно писать от Елены Нифонтовой Павловны. В общем, Нифонтовой Елены Павловны. Вот. А я написала Лены Нифонтовой. Да, замазываем. Заказ готов и собран, и он отправится заказным. И собираем последний на сегодня заказ. Собираем заказ для Жутовой Александры. В общем, первая это открытка. Такая вот. Открыточки, открыточки. Сейчас я их достану. Ну, они, точнее, у меня недалеко, они у меня просто под наклейками лежат. Берем открыточку. Точнее, ищем пока что. Вот она, просто офигенная. Я просто влюблена во все эти открытки. Дальше на морскую тему. Будь капитаном своего корабля. Вот она. Потом это с маяком. В мечтах лишь море. Боже, это такая надпись просто жизненная. Наклейки. Они у меня тут недалеко лежат, поэтому вот. И 10 штук ажурных салфеточек еще. Сейчас мы с вами положим 10 штучек ажурных салфеточек. Раз. Два, три. Четыре, пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Прям ровненько взяла. Потом чиборды. Сейчас я их тоже достану. Вот такие вот чибордики, очень классные, миленькие. Наклеечки. Сейчас я их возьму, достану, точнее. Они у меня вроде бы все тут лежат. Вот такие вот с кругляшами. Вот они последние. Потом это еще кругляши, только вот такие вот. Так, с пончиками-кексиками вот такой вот листик. И вот такой вот листик, он у меня тоже где-то тут лежит. Вот он, вот тут вот лежит, он очень тоже классный. Так, это все. А нет, это не все. Она еще заказала стикеры, но она заказала вот, которые я положила в прошлом заказе двум девочкам. Поэтому я положу и вот такие. Они тоже с Рилакумой, но они немножко другие. Я надеюсь, она не против. Есть еще вот такие стикеры пандочки по 35. Но если ты мне сегодня успеешь до отправки написать, то я тебе могу положить с пандочками. Ну, то есть, в общем, если ты успеешь, то напиши. Просто ты сегодня вот только утром была в сети. Вот, поэтому да, ведь заказик. Сейчас я кладу визиточку. Они мне вечно куда-то пропадают. Да, я куда-то их все время кладу. И я такая, типа, о, да, куда же я их положила? Визиточку я положила. И сейчас собираем подарочек. В подарочек положу такую очень прям классную салфетку. Вот просто честно. Две наклейки и еще вот такие две наклейки. Сейчас я делаю конвертик, но не наступаю на те же самые грабли, потому что тут вот такой вот лист наклеек. Я делаю так, чтобы он туда влез. Так, интересно, как бы это сделать. Просто вот так вот сгибаю как размер. Тут остается такой маленький клапан. Но окей. Конверт готов и подписан. И оформлен. Сейчас все будем складывать в сам конверт. По идее, все должно влезть.
аккуратненько все это пытаюсь сделать. Потому что наклейки прям вот формат-формат с конвертом. Мне кажется, это лучше сделать за кадром, потому что иначе это буду делать довольно-таки долго. Наклейки я положила, осталось положить оставшиеся товарчики. И все, заказик готов. На этом было все мое видение. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех безумно сильно люблю. И да, подписывайтесь на мой второй канал, на мой интернет-магазин и на канал моего тренера. Ссылки внизу в описании. Всем пока-пока.